Управление Роспотребнадзора по Ямалу за 2 года провело более 400 проверок по продаже продукции, запрещенной к ввозу в России из Европы, и 260 из Турции. На 80% товаров отсутствовала маркировка. Запрещенными к ввозу оказались в основном овощи и фрукты. Санврачи составили 170 протоколов на сумму более 3 миллионов рублей. В Центре детской восстановительной медицины появилось новое оборудование. Оно предназначено для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Сенсорная комната пока не функционирует, нет специалиста. А вот тренажер для маленьких новорингойцев, имеющих нарушение опорно-двигательной системы, уже прошел проверку. На Ямале выйдет книга о детях войны. В этом году молодежное правительство Арктического региона продолжает реализацию окружного проекта «Диалог поколений». В книге будут собраны истории детей, которых коснулась Великая Отечественная война. Молодые лидеры приглашают ямальцев принять участие в проекте.